точить нож можно один раз в полгода. Постоянно просто сохраняя его остроту. А бытовые ножи подойдут? Если бытовые, эти кухонные ножи? Для кухонной, да. А почему их так делают? Такой круглой формы? Специально, да, какая-то в этом? Да, чтобы клинок не цеплялся за края, можно... Я просто вот привыкла к таким вот. Это же то же самое или нет? Не совсем, да. Здесь камни в основном для того, чтобы перетачивать нож, который со сколами, который с усенцами, придать ему остроту, это для поддержания больше. Хотя есть некоторые мусаты, например, вот такой стальной с насечками, которые используют мясники для того, чтобы очень быстро в несколько приемов, в несколько проведений полностью возвращать ножу остроту. Ну, в таком случае снимается металл, очень абразивный инструмент, и нож расходуется быстро. В этом случае нож расходный материал. Понятно. А керамические белые для того, чтобы поддерживать остроту хороших, дорогих ножей, нервных. Потому что такое разное покрытие у них у всех прям удивительно. Девушка, почем брусхи?